Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаю новый влог, будет много интересного, будет про ремонт, про полезные покупочки. Итак, поехали. Пришел чехол с Wildberries. Два пришло, еще два идут. Я из тех, что пришли, выбрала вот этот оттенок сиреневый. Мне кажется, будет классно, ярким акцентом. Я посмотрю, какие еще два придут. Жалко, что они не все вместе пришли. Можно было, конечно, дождаться и выбрать уже. Но все-таки мне хочется сюда сиреневый чехол. Будет акцентом, обои с легким сиреневым оттенком. Так, запоминайте этот диван до. В целом классно, вот я перед закрыла, сзади, конечно, можно еще поднатянуть, по бокам как бы тоже закрыла, но сзади пока вот так, но можно еще поднатянуть, то есть на наш огромный диван, в принципе, хватает, можно еще натянуть, там позволяет, как бы, расстояние, лазю тут, я сейчас попробую вот эти палочки, кстати, их 5 штук в комплекте, 2 я уже заткнула, вот сюда по бокам, одну сюда заткнула. Боюсь, как бы их маловато не было, но не должно. Сейчас заткну дальше. На наш огромный диван чехол огонь. Камера вообще передает его, каким хочет. Но круть в целом. Я не стала уже сзади натягивать, потому что мне важно было, чтобы спереди здесь было закрыто, да? То есть вот это вот все вот таким образом свободненько. А так можно было и сзади натянуть. Но мне как бы, ну, пофиг, что там сзади, потому что он стоит к стене. Хватило 5 палок. Я читала, кстати, в отзывах, если вот здесь большие расстояния, то эти палки, они не держат ткань, да? Но так как они у нас достаточно узкие, у нас все very good. Ой, теперь у нас яркий акцент появился. Мне прям очень нравится. Просто хорошо, что не взяла бледный серый какой-нибудь. Здорово. Красота. Надо теперь дополнять интерьер еще в таких цветах чем-нибудь. Сейчас со всех ракурсов покажу, как выглядит теперь наш зал. Там пока вакханалия. Вот так. Пришла посылочка от YouSmile. Это у нас с вами зубная щеточка. Модель Y1S. Очень интересная. Будем с вами сейчас открывать и тестировать. Это ультразвуковая щетка. У нас с вами в комплекте кабель, две сменные насадочки и инструкция. Еще чехольчик, судя по всему, для перевозки. Даже таймер есть, судя по всему. Давайте открывать. Уже 180 дней, жизнь батареи, без подзарядки, ничего себе. А у нас у Ксюшки есть щетка Oral-B. Мы ее заряжаем каждые 2-3 дня. Вау, вот это да. У нас здесь инструкция довольно-таки большая. Ух ты, какой чехол, слушайте. Под кожу. Не знаю даже, что за материал. Может быть, даже кожа, как интересно. Вау, вау, вау. И сама щеточка. В чехле была коробочка, и в ней уже провод. Здесь у нас с вами разъем Type-C, что очень удобно, потому что сейчас на всех практически устройствах Type-C. Если вдруг потеряется, все равно такая зарядка в доме у всех есть. И вот такие две сменные насадки. Они разные, что очень круто. Судя по названию, у нас с вами Professional Clean. Вот эта насадка для профессиональной чистки. И Soft Clean. То есть уже более мягкая. Здорово. Насадки нужно менять каждые 3 месяца. Вообще так рекомендуют стоматологи. Вот так выглядят насадочки. Они, кстати, здесь вставлены в крышечку, что очень удобно. Их так удобно хранить. То есть они никуда не потеряются, не отвалятся и так далее. Я на самом деле вообще стараюсь уделять здоровью зубов максимальное внимание, потому что лечить зубы потом это очень-очень дорого. Мне недавно знакомая сказала, что ей за один зуб в клинике сказали 60 тысяч, озвучили такую цену. Я думаю, господи, вот это да, это какой-то кошмар. Поэтому я стараюсь следить за зубками, как вы заметили, да. Я стараюсь уделять внимание чистке, пасты сейчас выбираю очень основательно, и щетки тоже выбираю очень основательно, потому что это на самом деле важно. Есть даже, если есть раннее развитие кариеса, да, то есть вот он только-только начался, то это можно все предотвратить с помощью правильной, грамотной чистки зубов. Здесь у нас щетка с вами с сильным мотором. И она совершает возвратно-поступательные движения, она вибрирует, инерционные такие движения, и вертикальные, вдоль зубов. И соответствует требованиям
к чистке зубов по методу Басса. То есть у нас с вами вот эта сама насадка, она будет вибрировать. И чистка зубов будет правильной за счет чего? За счет того, что колебательные движения совершаются вертикально, не горизонтально. То есть горизонтально чистить зубы не рекомендуется никакой щеткой. Нужно чистить зубы вертикально, то есть сверху вниз, снизу вверх, чтобы не оголять тем самым чувствительные части, да, наших зубов, которые прикрыты деснами, и чтобы не развивался кариес. Зритель, кстати, заявляет, что она может удалить до 95-88% налета, так как 38 тысяч колебательных движений в минуту, а обычно щетка ручная у нас совершает, мы совершаем ей, точнее, 200, всего 200 колебательных движений в минуту. Щетина у насадок тоже очень интересная. Она на 85% закруглена. И то есть, когда вот щеточку трогаешь, она совсем не острая. Что это насадка? Что это? Это сделано специально для лучшего очищения зубов и чтобы их не травмировать. То есть, если у вас чувствительная эмаль, да, то обычная щетка, вот я вот такой вот достала Faberlic, вот здесь вот видно, что они острые. Они остренькие, да, обычная щетка. А здесь видно, что они такие вот кругленькие. И травмировать эмаль и десна не должны. То есть, если у вас чувствительный эмаль, чувствительные десна, то эта щетка, она специально разработана вот с целью, чтобы снизить травматизм. Я уже включила щетку. Здесь, кстати, выключилась. Есть подсказка. Здесь у нас три режима. Клен, чистка, white. Это для отбеливания зубов. Еще больше, наверное, колебательных движений, но она по-разному жужжит. И она, кстати, тихая. Вот видите, насколько много этих движений колебательных, что даже камера не может уловить и сфокусироваться. И soft режим. White, вот, она сильнее вибрирует, нежели в предыдущих режимах. И soft. Здорово, здесь есть подсказочки. То есть это у нас кнопка включения-выключения, это у нас уровень батареи и чистка. Три вида. Давайте попробуем с вами стаканчики с водой. У нас с вами будет режим клиент. Вот как здорово. Видите, как они вибрируют? То есть вот девчонки многие интересовались, вот эти вот щетки нового поколения, которые у них головки не вращаются, а вибрируют. И кажется, что она будет плохо очищать, вращающиеся же чистить лучше. Нет, ничего подобного, смотрите. Видите? Вот тут видно все сразу. Здесь есть интеллектуальный амортизирующий чип. Мы сейчас с вами обязательно проверим все это дело на деле. Для чего он нужен? Если вы не чистите зубы под неправильным углом или сильно надавили на щетку, чего делать нельзя, да, чтобы не травмировать ни десна, ни эмаль, то щетка начинает работать как бы менее интенсивно, снижается ее интенсивность, чтобы защитить от повреждений и десна, и эмаль. Кстати, водонепроницаемая, и у нас отверстие для зарядки, оно вот здесь. Вот здесь, и потом вот так вот плотненько закрываем. И можно после чистки, допустим, замочить зубную щетку в воде, и кто-то, ну, в общем, каждый хранит ее по-своему. Щетка, кстати, продается не только в онлайн-магазинах, но и в офлайн-магазине М-видео. Но пока мне очень нравится, знаете, так стильно, дорого, богато. А еще нравится то, что корпус, он такой не скользящий в руке, и то, что он в гранях есть. То есть я, допустим, когда утренний уход свой делаю или вечерний крис со мной, у меня постоянно щетки валятся, теряются, не только щетки, а в принципе все. А эта щетка, она если упала, и за счет этих граней она никуда не укатится, на самом деле здорово. Красиво, стильно выполнен дизайн, очень нравится. Давайте тестировать. То есть у нас с вами два режима. White – это если часто пьете кофе, курите, и нужно удалить пятна с поверхности зубов, да, есть какие-то потемнения, есть сильный налет, используем режим White. В аннотации к щетке написано, что через 4 недели у 26% пользователей уходят эти проблемы. Будем пробовать, будем чистить, очень интересно. Режим Clean – это у нас очистка, то есть самый верхний – это очистка, такая средняя, хорошая очистка. А нижний режим Soft – это уход. То есть если особенных проблем нет с зубками, то можно выбирать вот этот самый щадящий режим. Да? Возьмем с вами пасту и попробуем, мне очень интересно. Она тихая, что тоже радует. Она очень тихая. А еще у нее дно, вот это тоже, она тоже противоскользящая. То есть поставить можно даже на поверхность с наклоном. Так, давайте включать. Я хочу, давайте клин попробуем. Софт, да, он такой более щадящий. Давайте попробуем клиент, самый верхний, который у нас просто очистка. Так, паста, не улетай. Паста начинает пениться и играть, девчонки, на щетке.
слышите, щекотно, деснам щекотно. Ничего не царапает, ничего не травмирует, но эти движения, они настолько сильные, я их ощущаю. То есть я ощущаю, как щетинки сверху вниз чистят мои зубки. То есть усилий вообще никаких прикладывать не надо. Просто тихонько приложил щетку к зубкам и все. Видите? Здорово. Щекотно. Щекотно губам, щекотно деснам. Ощущения вообще никаких болезненных, царапающих никаких нет. Ой, не очень эстетично, но тем не менее, нам же надо протестировать с вами. И я чувствую, как она чистит между зубов. Вообще круто. А если мы с вами действительно нажимаем, смотрите, сильнее или держим ее неправильно, она замедляется, то есть чтобы не было травматизма, то, о чем мы с вами до этого говорили. Слушайте, прикольно, я почищу дальше без вас и уже расскажу. Но, говоря, готова, слушайте, я в восторге, очень круто, я попробовала еще режим White, а мне кажется, если есть зубной камень, то он отскочит прямо в процессе чистки, потому что действительно круто вибрирует и круто чистит. Мне кажется, эту щетку тоже можно без пасты использовать вообще абсолютно точно. Потрясающе, потрясающе, стильно, классно, мне очень понравилось. Прям хочется теперь мужу такую и дочери. Хотя у нее не все зубы еще поменялись, но все равно поменяются, обязательно ей такой возьмем. Класс, вообще супер, такое ощущение, что ты побывала на какой-то чистке зубов, где тебе их почистили, где тебе их отполировали. И в общем, вообще супер, мне очень понравилось. Не сравнить, вот не сравнить. У нас с мужем тоже есть старые щетки Oral-B, где головка крутится и так далее. Ксюшкина вот она лежит, не сравнить. Нет, не сравнить, это вообще. А в режиме White, я говорю, это просто кайф какой-то, супер. Я полоснула ее под струей воды, все отлично, все нормально. Вот он чехольчик, как можно ее брать с собой. Вообще еще круто, на самом деле, что 3 месяца она работает без подзарядки. Это вообще нонсенс. То есть здесь начинка. Начинка дорогостоящая, оправдывающая цену. Да, постоянно не надо ее носить, заряжать. Допустим, Ксюшка своей электрической щеткой практически не пользуется. Почему? Потому что она у нее часто разряжается, то есть через 2-3 дня разряжается, ей неохота ее нести, заряжать куда-то, да, она, грубо говоря, так и стоит. Смотрите, здесь в чехле есть вот такая штучка. Сюда можно вставить насадку, а можно ее и положить. Ну вот, вставили насадку, положили щеточку. Очень дорого, красиво, богато. Вообще, мне кажется, вот на подарок шикарно. Потому что я всегда за то, чтобы предотвратить. Что касается каких-то заболеваний, что касается лечения зубов, я за то, чтобы предотвратить, и детей своих приучаю. Почему? Потому что мы все с вами прекрасно знаем, сколько стоит поход к стоматологу. Как это болезненно, как это неприятно и так далее. Поэтому я за своими зубами ухаживаю и стараюсь детей к этому тоже приучать. Купив нормальную щетку, можно себе сэкономить состояние. Стоимость машины. Потому что, вот, допустим, у меня папа с мамой зубы когда делали, ну, там ценник, все зубы, там, коронки или вставная челюсть, что бы то ни было, но ценник 500 тысяч, средненький такой ценник 500 тысяч, можно машину подержанную купить, поэтому я за то, чтобы были у всех классные качественные щетки, мне очень понравилось, щетка обалденная, ссылка, если вам тоже понравилось, ссылочка на щеточку в описании. Приезжали ребята и сделали стеллажик нам на заказ, вот такого размера, в одном месте его даже присверлили, чтобы, не дай бог, Крис на себя все это дело не опрокинуло. Он у нас получился практически вот до этого выступа, такой вот угловой, с полочками. Я потом и контейнеры сюда подкуплю, и в пол. И нам мешался плинтус старый, и мне ребята установили новый плинтус, вот такой же, как в зале, да, новый плинтус сюда поставили, и вот он в пол, вот такой вот стеллажик. Классно. Я уже тут чуть-чуть духов подрастаяла. Так, еще ребята сделали полку. Сейчас покажу. Вот эту, потому что у нас ее не было, да, из-за того, что мешался счетчик. Сюда тоже куплю контейнеры. Видите, у меня здесь какая вакханалия. Нужны еще контейнеры. Контейнер под косметику еще один нужен. И какие-нибудь обычные белые пластиковые. Там под расчески, под средства для волос. Я туда все для волос наставила. Они выпилили мне здесь такую выемку. Вот. И все. И еще одна полочка функционала. То место простаивало. Теперь все здорово. Выпилили полочку. Красота. Там у нас одежда, обувь, фен потом поставлю. В общем, нужны еще контейнеры пластиковые. Либо закажу, либо в хозяйственный магазин дойдем. Сегодня погода вообще капец, конечно. Так что вот у нас стеллажик. И сделали, ребята, дверцы.
Они пока на гвоздиках. Подкупим потом магнитные замочки и сделаем. Мне сейчас предстоит вот это все обклеить. Теперь красиво, теперь двери на месте. И чтобы был уже фэн-шуй. Я специально не обклеивала. На кухне то же самое, белые дверцы. Тоже нужно там поклеить немного. В общем, все это поделать. И будет красота. Может быть, что-то декоративное буду ставить местами. Духи. Тоже можно белый пластиковый купить контейнер. По размеру посмотреть. Может быть, какой-то высокий, но такой не сильно широкий. И тоже туда что-то поставить. Но такой функционал. В общем, приятные хлопоты. Я такое дело люблю. Еще хотела контейнеры купить на шкаф, потому что там место позволяет. Тоже можно что-то убирать. Ну, допустим, убирать туда потом шапки, перчатки, когда закончится сезон, как бы освобождать полки, убирать туда шапки, перчатки. Вот. Так что красота. Какие-то идеи по заполнению есть? Я буду только рада. Так, ключница у меня сюда не влезет, если только ее ставить боком. Но боком на нее не очень удобно вешать ключи. Поэтому, наверное, все-таки пусть она пока стоит в шкафу с краю здесь. Вот так. Сюда она... Если бы она, конечно, вот так встала. Нет, ну а можно, кстати, допустим, ну на вот этом уровне прибить, не прибить, даже, а приклеить крючочки и вешать сюда ключи. В общем, я подумаю, если у вас есть идеи, обязательно пишите. Сюда не виден от входа. Я специально так попросила, чтобы стеллаж этот не был виден. Мне так нравится. Только когда сюда заходишь, он виден. Я не стала его делать настолько глубоким, чтобы он был вровень шкафа. Мне показалось, вот так будет гораздо симпатичнее, когда он не торчит такой потаенный, да? Хоп, вот он. Все заклеила, герметиком прошлась, и вот как-то так. Самое здесь прошлась герметиком по двери, в уголках. Вот там сборная солянка, конечно, но никак иначе. В целом уже более-менее гармонично, не зияет теперь хоть эта дыра. Еще забыла вам показать. Крис спит. Помните, у нас здесь висела с карманчиками штука. Мы ее спрятали за штору. Может, кому-то лайфхак такой пригодится. Там пока вакханалия провода и все дела. У нас тут шезлонг стоит с Крис. Она любит иногда в нем качнуться. И вот эта вот штука. Карманчики, да? То есть там провода, зарядки. Все туда убираем. Ничего не видно. Красота. И как бы здесь чистенько, хорошо все. Ну и на этом влог буду заканчивать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылка на щеточку под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.